Лицей номер 4. Сегодня пункт проведения экзамена. В первый день ЕГЭ у образовательной организации выпускники. Своего часа ребята ждут с соблюдением социальной дистанции. Разметка начинается с улицы, а потоки разведены на несколько входов. 3 июля здесь старшеклассники из 9 школ. 60 человек сдают информатику, еще 40 будут проверять свои знания по литературе. Готовилась вплотную, достаточно хорошо, я считаю. Ну, волнение, безусловно, присутствует, но определенная надежда и вера в лучший результат преобладает. Решу ЕГЭ, естественно. Также у меня есть классный руководитель, который очень хорошо нас готовил к литературе, к русскому. Я сейчас даю литературу. Конечно, волнуюсь, особенно учитывая все вот эту пандемию, все меры предосторожности. Но в целом уверен, обычный экзамен. Еще на период жизни. Здание лицея ребята тоже проходят с учетом всех мер ковид-безопасности. На входе измерение температуры и обязательно антисептик. Только после этих процедур можно пройти на регистрацию, а затем и в аудиторию. Все личные вещи, включая мобильные телефоны и смартфоны, выпускники оставляют сопровождающим. С собой на испытание можно взять только паспорт, воду и гелевую ручку. Желательно не одну. К 9:50 все участники экзамена должны быть на своих местах. В 9:50 начинается первый инструктаж. Ребята ознакомливаются с процедурой, что можно, что нельзя. Далее в 10 часов, даже в 10:01, начинается печать экзаменационного материала. Ребятам выдаются комплекты, раздаются комплекты, и проводится вторая часть инструктажа, где уже организатор с ребятами заполняет бланки. Заполнили бланки регистрации. Как только все вот эти вот нормы процедуры выдержаны, тогда организатор объявляет время начала экзамена. Длятся экзамены и литература, и информатика 3 часа 55 минут. 3 часа отводятся на ЕГЭ по географии. Его тоже сдают в этот день, но в 7-й гимназии. Желание изъявили 55 школьников. Всего же в первый день кампании выпускные испытания проходят 462 11-классника. В этом году единый госэкзамен необходимо сдать только тем, кто намерен поступать в высшие учебные заведения. Результаты первых ЕГЭ будут известны 17 июля.